Заключение контрактов на летний отдых за счет окружного бюджета в 2016 году подходит к завершению. Отделением социальной защиты утверждены соглашения по оказанию санаторно-курортных услуг с 4 организациями. В них пройдут оздоровление дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети по путевкам «Мать и дитя». Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в Кавказских минеральных водах. В 2 смены там смогут поправить здоровье 242 ребенка из Нарьян-Мара и населенных пунктов округа. Дата заезда первой смены со 2 по 22 июня, второй смены с 22 июня по 12 июля. Сумма контракта по этому направлению составила более 6 миллионов рублей. По путевкам «Мать и дитя» заключено 3 контракта. Санаторно-курортные услуги жители округа получат в санаториях «Дилуч» города Анапа, «Юность» в Кавказских минеральных водах и «Митина» в средней полосе России. В 2016 году закуплено 868 путевок «Мать и дитя». Вначале у нас поедут все те граждане, которые подавали документы в 2014 году и должны были обеспечены быть в 2015 году. Вот. И потом у нас поедет 233 путевки, которые обращались в 2015 году на 2016 год. На летний отдых по направлению «Мать и дитя» из окружного бюджета выделено порядка 47 миллионов рублей. Также в округе действует социальная программа по компенсации самостоятельно приобретенных путевок. Человек через турфирму либо самостоятельно приобретает путевку «Мать и дитя». Вот, обязательно соблюдает правило, что у ребенка третья группа здоровья, третья, четвертая, пятая группа здоровья. То есть едет, заключает договора, привозит необходимые документы и обращается к нам за компенсацией. Компенсация составляет 30 тысяч на ребенка и 15 тысяч на родителя. Если доход семьи ниже прожиточного минимума, оплачивается также дорога к месту отдыха и обратно на ребенка и его сопровождающего.